До Нового года всего несколько дней, и праздник уже вовсю правит бал в Щелковском районе. Долгожданные новогодние елки дарят море радости и веселья подрастающему поколению. Праздничные представления для ребят прошли в минувшие выходные. Одни из самых масштабных шоу были организованы в городе Щелково. Социальная елка главы Щелковского района состоялась в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Новый год, он замечательен еще тем, что обязательно, обязательно, кроме чудес, мы с вами окунаемся в сказку. И сегодня мы вам предлагаем всем вместе окунуться в сказку. Я желаю вам счастья, любви, благополучия и желаю хорошо провести вот это время, которое отведено нам сегодня для того, чтобы все вместе мы побывали в сказке. Я вам желаю в новом году быть счастливыми, хорошо учиться, иметь хороших друзей, чтобы всегда ваш смех и ваша радость, ваши успехи радовали ваших родителей. С наступающим Новым годом! В большом зале спорткомплекса ребята смогли увидеть настоящее космическое представление, шоу с мыльными пузырями, жонглеров, балет и многое другое. По-настоящему преобразился к Новому году универсальный спорткомплекс Подмосковья. Социальная елка главы Щелковского района стала большим подарком самым юным жителям. Более 1000 ребят смогли принять участие в новогоднем представлении. Мне понравился балет и... Красиво танцевали ли после балета. Балерины вообще классные, да? Угу. Я сегодня танцевала на представлении. Все очень здорово, все так понравилось. Сын смотрел, не отрываясь, прям все так ярко, красочно. Ну а после представления долгожданные подарки. Коробочка со сладостями каждому малышу. В течение дня в спорткомплексе состоялось 2 сеанса. Приглашение на представление абсолютно бесплатно получили 1200 ребят, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей. Также 600 малышей и их родители были приглашены на шоу в театрально-концертном центре, организованное Советом депутатов города Щелково. Дорогие друзья, с наступающим вас праздником! Видите, как-то вот так вот и снег пошел сегодня. И настроение улучшается. В центре ребят встречали пираты и веселая обезьянка, символ наступающего Нового года. Ну и, конечно, главный кудесник праздника – Дедушка Мороз. Главным подарком стал яркий новогодний спектакль, подготовленный артистами Щелковского драматического театра. Мне понравилась щегочка. Мне все понравилось. Все прошло замечательно. Нам понравилось и старшему, и младшенькой. Словом, каждый получил свой кусочек новогодней сказки. Всего в центре 27 декабря состоялось также 2 представления. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».